Надо, чтобы каждый в себя поверил только и всего. Каждый человек должен быть сильным. Сила – это не только физические проявления, это уверенность, уверенность в своих возможностях. Я имею в виду прочитанное, полученное в том числе и, там, от родителей, от природы, приобретенное, и не только как знания, не только как навыки, не только как погруженность в общемировые информационные все эти потоки. Как этим пользоваться? Поэтому каждый из них должен понимать, что никто не сделает нашу жизнь лучше, кроме нас. Никто. Только мы это можем сделать. Поэтому надо экономить энергию, надо не сначала садить, а потом за собой прибирать, поступать рачительно и быть хозяином. Хозяином своему слову, своему месту в жизни, хозяином на этой благословенной земле. Мы блуждаем в поисках, мы, как положено русским, рефлексируем, как положено русскому языку, где одного слова может быть 7 толкований и 7 противоречивых значений зачастую. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы не затягивали с поиском и применяли. Я считаю, что мы имеем право на эксперименты, хотя мы их сделаем уже очень много. Мы должны продолжать экспериментировать, только так мы опытным путем придем к тому, что для нас исполнимо, применимо и, как следствие, приемлемо.